Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате 18 стальных колес экстремальные дальнобойщики. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наши покатушки по Аляске. Давайте посмотрим, что у нас есть сейчас по заданиям. Нам нужно еще больше 5000 очков, чтобы получить следующий ранг. Надеюсь, сегодня мы с вами сможем получить элитный груз, вот этот высокий, с большой парусностью. Не помню, что там, в общем, постройка какая-то огромная. Надеюсь, нам повезет. Итак, радиоактивная почва, 210 очков за 123 мили, нет, совсем не выгодно. Старое военное оборудование, 170 очков за 62 мили. Продукты в упаковке, 259 очков за 108 миль. Мусор, 223 очка за 106 миль. Человеческие отходы, 202 очка за 106 миль. Нет, выгоднее всего по расстоянию старое военное оборудование свозить. Давайте мы это сделаем. Из военной базы на Тактаяктуке выезжаем. Нам нужно на пост площадки С, на вертолетную площадку. Хорошо, никуда не сворачиваем, едем прям до нее. Думаю, не потеряемся. С прицепом ничего необычного, ничего сложного. Обычная доставка. Рядовой груз. Так, а что у нас тут? Тут, наверное, справа нужно, да. Вот так вот как раз и проедем. Что там случилось? Что, авария у них была? Ну, судя по всему. Стояли и моргали, не поделились, кто кого пропустит. Чего ж ты прям поехал по трещинам, да? Так, а здесь по правой стороне объедем.
Там уже по левой. Снежок. Даже, по-моему, смешанный с дождем. Ну, все, в принципе, мы приехали. Что по времени все прекрасно, что по повреждениям тоже все прекрасно, 170 очков немного, но получили. Итак, что у нас есть? Человеческие отходы 217 очков, 110 миль, мотки веревки 300 очков, 89 миль, это уже выгоднее. Кран 205 очков, 53 мили, но это груз профи-класса, да, это... Нездоровенный башенный кран, у которого еще сзади еще один грузовик. Нет, это более короткий, но более укороченная версия крана, скажем так. 205 за 53. Да, в принципе, его выгодно свозить. Большая цистерна 330 за 93. Но не хочу вот эти вот негабариты здесь. Радиоактивная почва 182 очка за 123, точно нет. Давайте кран вот этот повезем. Получается, из Малика с бровой площадки выезжаем, едем в Апута. Хорошо, поехали. Да, это раза в полтора, даже нет, наверное, в два раза короче, чем то, что мы с вами возили в прошлой серии. Ждем, пока появится элитный груз. Новый. С этим краном, в принципе, тоже сложности некоторые есть, потому что вот эти вот оранжевые штуковины, на которых он, собственно, и лежит, они выпирают довольно сильно. Так что, по сути, по размерам, это на самом деле не габарит идет у нас. В таком случае, может, стоило просто взять тот негабаритный груз, свозить, эффект был бы тот же самый.
Но там, по-моему, даже чуть-чуть выгоднее. Чуть-чуть буквально, но вроде бы выгоднее. Пустая дорога, вообще никого. А, нет, кто-то едет. Гигантская бочка с лимонадом. Успеваем, да, в принципе, спокойно успеваем повернуть, чтобы не помешать товарищу. Так, раз уж мы слева объезжаем, заодно и обгоним сколько-то впереди идущих. Опять влево надо. А вот там надо бы вправо. Нет, давайте попробуем вот здесь вот аккуратненько, только потому что справа там тоже будет мороки немало. А здесь всего лишь одна трещинка на пути. Причем маленькая. Так что нормально. Нам теперь нужно вернуться в свою полосу. Ой, туман. Туман — это нехорошо. Не вижу, что там справа происходит. Вроде никого нету. Был же вроде кто-то. Нет? Да ладно. Стоп. Здесь нужно влево. Так, ты видишь, что я еду? Вот ты видишь сейчас, что я еду? Нормально. Он по трещине решил прокатиться, ну ладно. Это его проблемы. По-нормальному постоял бы буквально 10 секунд, бы подождал бы меня, пропустил бы, да и все. Стоп, а здесь у нас что? Здесь у нас влево надо. Хотя, в принципе, можно справа было бы, наверное, даже было бы лучше. Здесь все равно мы трещинку заденем. По-любому. Что без разницы. Просто теперь в зеркале я не вижу справа, есть там кто-то или нету. В этом проблема. А, и опять надо влево. Мы, в принципе, уже практически приехали. Что у нас тут? Вот и все, подъезжаем и смотрим на результат. По времени у нас все прекрасно, что по повреждениям тоже все у нас отлично, но вообще все хорошо. Смотрим, снегоходы. А, запакованные. 136 очков за 65 миль. Продукты в упаковке. 216 очков, 108 миль. Мусор. 213 очков, 106 миль.
Часть бурильной установки, 685 очков, 104 мили. Само собой, мы это повезем. Что у нас еще есть? Автозапчасти, 402 очка за 114 миль, но нет. Мы берем элитный груз, часть бурильной установки. Пасмурно, полдень, туман будет, маршрут длинный, груз повышенного объема, специальный, по весу средний, 40 тонн. Значит, выезжаем мы из склада Берни Главный. Едем мы в опутано-буровую площадку. Угу. Хорошо. Договорились. Вот оно. Посмотрим, как его нам будет вот это сейчас вести. Здесь, наверное, главное теперь не перевернуться, да? С вот этой бандуриной. Здоровенной. Что это вообще? Я думал, это какая-то постройка, в смысле помещение какое-то или что-то. Это вообще непонятно, что это такое. Часть какой-то буровой установки. Ну да ладно. И нас, само собой, еще развернули не в ту сторону, да? Еще сейчас мы тут вырулим. Вырулим ведь? А, нет, не вырулим. Или вырулим? Нам бы вправо. Да, в принципе, можно налево повернуть и вон туда и выехать, да и все. Хотя на дорогу было бы проще, потому что там выруливать придется много. Да, в принципе, без разницы. Или давайте здесь мы вырулим. Все-таки будет лучше выехать сразу на главную дорогу. Безопаснее в итоге будет нам. Вот так вот. Этот прицеп не такой уж длинный, но зато он может, наверное, очень легко перевернуться. Да, он его колыхает даже от моего малейшего движения. Так, куда мы едем? Едем мы в Апут. Сейчас главное резко просто не дергаться, резкие повороты не делать. И тогда, думаю, проблем у нас с этим грузом не возникнет. Интересно, есть ли что-нибудь еще покруче? Что-нибудь такое, что прям вообще аж вау. Ну чё ж ты так медленно едешь, да? Пока что особой какой-то сложности с этим грузом я как-то не ощущаю, даже в плане переворачиваемости и так далее. Да нет, нормально он себя ведет. Может, если прям вообще сильно резко дернуть?
Тогда он перевернется. Но даже просто в плане разнообразия уже неплохо. Так, ты будешь влево? Что, нет? А, все-таки решился. Да ты поехал. Ладно, не мое дело. Пусть себе едет. Хоть прям ныряет под лед. Так, справа это у нас Малик. Это нам не надо. Ну что-то остановился. Что с ним было такое? Еще и моргнул. Что у нас тут? А тут нас... Ай, влево надо опять. Ну, немножко времени, если честно, потерял. Можно было и быстрее проехать. Туман пошел, хотя мы уже, в принципе, практически подъезжаем.
Стоп, здесь влево. Приехали. Ну, посмотрим теперь, что у нас по результатам. По времени уложились или не уложились-то? По времени все прекрасно, отлично. Что по результатам повреждений? Тоже 0. Превосходно. 685 очков мы с вами честно в итоге заработали. Ну что по поводу груза? Груз, он, конечно, интересный, но каких-либо сложностей, да и вообще чего-нибудь выделяющегося в этом грузе по поводу его поведения на дороге нету. То есть везется точно так же, как любой другой обычный груз. Несмотря на то, что что-то такое огромное, я ожидал какую-то парусность, ожидал, что он может перевернуться, но ничего такого на самом деле-то и не было в итоге. Не такой он страшный. Другой груз... Вот этот башенный кран, который мы возили, он намного сложнее, намного сложнее. Итак, что у нас есть? Мусор 204 очка, 105 миль. Продукты в упаковке 260-99 миль. Мусор 132-63 мили. Мотки веревки 312-94 мили. Ну и еще одна часть брюльной установки 591 очко за 92 мили. Ну конечно же мы выбираем вот этот груз. Это выгоднее всего, очевидно. Вечер, снег будет идти, туман будет идти, хорошо. Значит, мы выезжаем опять-таки отсюда уже из-за пута, а едем мы, кстати, на военную базу в Тактаяртук. Ага, нужно будет там свернуть налево. Не забыть, кстати говоря, вот этот момент не пропустить. Значит, здесь мы срезом воспользуемся. Так, вот здесь вот главное не запутаться. Главное не запутаться там... Что нужно на срез съехать, а то придется крюк делать. Ох, снежит как, ох, снежит. Видимость вообще нулевая, просто ничего не вижу. 2 метра впереди и все. Так, слушайте, я сделаю вот так даже. Дальний свет, потому что вообще не видно ничего. Сейчас туман такой, снег прям в глаза. Слышу треск, не вижу толком вообще трещины. Такой видимости рядом со мной в качестве пассажира должен штурман сидеть с биноклем. Смотреть вперед и говорить мне, куда направо-налево сворачивать-то. Ой, скользко, что-то занесло. Так, в принципе, хорошо, хоть трафика нету. Хоть это очень-очень радует. Так, ну уже лучше, снег прекратился, уже лучше видно. Остался туман.
принципе, если бы не нужно было бы спешить, то, в принципе, все как раз-таки довольно приятно, вот так вот мягко. Ничего глаз не режет, ничего не ярко. И неплохо ехать. Но нам ведь спешить нужно, поэтому нам нужна видимость. Ну, туман вроде по чуть-чуть отступает. Стоп. Пробуем справа здесь. Чтобы не дергаться. Во. Ух, ничего себе, там уже прям цельная яма. Цельная дыра. Ничего себе, вот туда вообще влететь можно точно утонуть. И вот прям вода уже. Или мне так кажется. Из-за освещения. Кто его знает. Так, можно перейти на ближний свет. Туман уже вроде ушел. Так, стоп, а куда мы едем-то? А, на военную базу в Тактаяктука. То я еду и думаю, стоп, а куда я еду вообще? Все, понял. Тактаяктук на военную базу. Это нужно будет там, потом еще с дороги. Свернуть влево. Чуть-чуть проехать. Вот сейчас видимость вообще прекрасная. Даже трафик вижу. Кто-то переждал метель. Ой-ой-ой-ой-ой. Только собирался сказать, что немножко меня все-таки заносит. Ну вот непонятно, то ли это из-за груза, то ли это из-за погоды, то ли из-за чего. Потому что предыдущий раз возил этот же груз, вот так вот не заносило. Почему-то вот именно сейчас начало. Заодно вот этого уже обгоним. Слышу треск, влево надо.
самому правому краешку надо аккуратненько. Вот здесь теперь не пропустить. Ох, красиво ночью на Аляске. Светло, как днем практически, но при этом такой мягкий свет, освещение такое светло-серенькое. Не ярко совсем. Красота. Просто красота сейчас. Вот это вот просто прям красота. Если бы еще не было здесь такого дикого мороза, было просто шикарно. Место вот потрясающе красивое. Если при этом была плюсовая температура. Кстати, нам сюда, если я не ошибся. Не ошибся, вижу метку. Да, ночью на Аляске просто потрясающе. Если бы был свободный режим здесь, я бы точно по ночам бы катался бы по Аляске периодически. Так, что у нас по времени? Все прекрасно, по повреждениям тоже 591 очко, мы честно заработали. Отличный рейс. Смотрим, что у нас есть дальше. Мусор, 128 очков, 63 миля. Радиоактивная почва, 159 очков, 81 миля. Мусор, 201 очко, 126 миль. Стройматериалы, 256 очков, 99 миль. Радиоактивная почва, 180 очков, 81 миля. Что бы здесь такое взять-то? Стройматериалы выгоднее всего. Да. Ладно, что ж, берем стройматериалы. У нас облачно будет полдень. Выезжаем из склада Polar Bear Company. Так, вот так вот проедем, получается. Едем мы на баржу в Вармлингер. Здесь налево. Все, я понял, куда мы едем. Так, расположены мы как надо, значит, вот сюда вправо, получается, сразу же и едем. Снежок пошел с дождичком прямо, но пока что совсем-совсем слабенький, поэтому давайте пока не будем включать дворники, немножко полюбуемся им. Видимость он пока что не портит, зато как-то так красиво, красивый эффект на стекле. Ну, эта доставка, в принципе, простейшая тоже. Обычный прицеп, ничем не примечательный, никакого особого поведения. Хотя впереди вот туманчик. Возможно, он нам немножко сейчас осложнит
доставку. С видимостью все вообще прекрасно. Туман вроде аж где-то там, и в принципе похоже, что от нас как раз и уходит. Хотя, конечно, все может измениться в любой момент, но пока что вроде бы в этом плане все вообще прекрасно. Интересно, какая сейчас температура воздуха? Нигде тут не показывается. Было бы очень неплохо узнать. Любопытно просто. Я мерзляк, и я ненавижу холод. Но при этом Аляска как-то прям так красиво выглядит, что прям хотелось бы там побывать. Правда, не знаю, как я смог бы это выдержать. Такой мороз. Стоп, а куда мы едем? Твою ж дивизию, я опять забыл, куда мы едем. А, я вспомнил. Я только сейчас понял, что не понимаю, куда мы вообще едем. Я уже думал, может быть, сюда надо все-таки? Нет. Нам в Арблингер. Понятно. Это знаете, вот эти вот блокнотики с листиками клейкими. Вот, нужно... Получил заказ. Я вот сюда куда-то лепить, наверх. Надпись, куда мы едем? Едем туда-то, не перепутай. Так, это у нас на Малик, поворот направо, это нам не надо. Нам нужно на Вармлингер.
Надпись на такой маленькой табличке, конечно же, мы на скорости не прочитаем, ну хотя бы, если просто заметим синенький прямоугольник впереди, табличку вот такую, само ее наличие, это уже будет хорошо. Так, слева, справа. Ой, так солнце светит, что сейчас вообще не видно, что здесь на льду. Пробуем справа вот здесь проехать. По чуть-чуть. Вот так вот, в принципе, нормально. Ой, ехать против солнца ненавижу. Просто ненавижу. Вот сюда. Как раз таки заметил синюю табличку. Там вдалеке самолет на посадку, видно было, пошел. Что по времени все прекрасно, по повреждениям тоже все прекрасно. 256 очков мы с вами в итоге заработали. Смотрим, что у нас теперь есть. Бакалейные товары 189 очков за 99 миль. Вода 181 очко за 79 миль. Стройматериалы 123 очка за 46 миль. Человеческие отходы 182 очка, 110 миль. Мусор 211 очков, 110 миль. Нет, ничего хорошего на самом деле. Полуприцеп, грузовик. Ну, стройматериал, наверное, давайте отсюда с вертолетной площадки, получается, едем в Малик. Хорошо. Поехали, 123 очка заработаем. Так, нам получается, если я правильно понимаю, вот сюда вот надо сейчас... Да, все правильно, вот сюда. Вот это как раз-таки нужный нам выход. Так, вот этот медленно довольно едет, я успею здесь вырулить. До него. Да, запросто.
Давайте слева. Надо побыстрее, потому что здесь уже встречка. И вот и все. Простенький рейс, простенький маршрут, простенькие условия погодные. По времени у нас все отлично. Повреждение 0, ну и оплата соответствующая 123 всего лишь очка. Ну что у нас, смотрим, появилось тут вертолет. 194 очка за 65 миль. Предметы для дома 201 очко за 108 миль. Промышленные отходы 277 очков за 115 миль. Большая цистерна 158 очков за 48 миль. Бурильное оборудование 159 очков за 43 миль. Нет, давайте мы вертолет повезем тогда. Раз уж так. С вертолетной площадки прямо на склад Polar Bear Company в Такта Яктуке. Здесь выезжаем и срезать нигде не будем. Едем просто по нормальной дороге, главное, да и все. Проще всего. Интересно, зачем вертолет туда перевозить на грузовике? Это ж вертолет, он же перелететь туда может, в принципе, да и все, как бы. Или это какой-то сломанный вертолет? Черт его знает. Это ж не самолет, которому нужна взлетная полоса. Который нужно только перевозить вот так, иначе он сесть, допустим, где-то не сможет или что. Это вертолет, а здесь площадки, он пустые, здесь где угодно. Бери да садись, взлетай, садись, да и все. Зачем его перевозить-то? По расходу топлива вот такая вот слабенькая вертушка типа стрекоза, она расходует, ну, как грузовик примерно вот такой вот. Так что сказать, что в плане расхода топлива дешевле на грузовике перевезти, да ничего подобного. Это маленький вертолет типа стрекоза. Он расходует немного. Ну, то есть, конечно же, больше, чем легковушка. Но вот как грузовик вот такой вот расходует примерно он. А причем нам еще ж нужно... Ну, не нам, в смысле... Владельцу вертолета, фирме. Нужно еще оплачивать услуги водителя грузовика. Погрузка вертолета, разгрузка вертолета. И проще было просто перелететь.
Лодка наша уже приехали. Готово. По времени все отлично, повреждений тоже нет. 194 очка в итоге получили, не так уж и много, ну, хоть сколько-то. Что у нас есть? Двойная цистерна, 501 очко. Ха, 98 миль. Отходы человеческие, 223 очка, 115 миль. Предметы для дома, 229 очков, 108 миль. Промышленные отходы, 172 очка, 84 миль. Бакалейные товары, 202 очка. За 99 миль. Но здесь очевидно, что двойная цистерна, конечно же, выгоднее всего. Это у нас груз профи-класса. Ну что ж, давайте мы ее как раз-таки и свозим сейчас. Так, Берни Север. Едем мы в Апут на буровую площадку. Ну, маршрут, в принципе, уже заученный. Поехали. А что у нас по времени? Полдень, да? Жалко, что не ночью. Редкий груз. Туманчик будет нам мешать, да? Ну ладно, туман мы переживем. Это не страшно. Как слышу треск? Ага. Все правильно. Здесь влево надо было бы, но уже поздно, из-за этого тумана я не увидел, где трещина. Ладно, аккуратненько, аккуратненько стараемся вот так вот проехать, не спеша, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Да, видимость плохая, видимость очень плохая.
Как только подъезжаем ко льду, нужно, наверное, сразу тормозить, пока не рассмотрим, где трещины. Чтобы вот в такую же ситуацию опять не попасть. Но вроде бы у меня получилось нормально проехать. Тихо-тихо-тихо. На, здесь справа. Проехал поворот направо, выключил поворотник. Давайте справа. Так, 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 где здесь трещины, не вижу. А где трещины? Лед есть, трещин нет. А вон они. Надо налево. Не, ну тот почти перевернулся прям, товарищ. Он же такие же, как мы, цистерны везет. Двойную цистерну такую. Полную цистерну лимонада. Это очень важный груз. Очень ценный груз. Стоп, трещина аж сюда доходит. Да, вот так вот, когда едешь против солнца, вообще не видно этих трещин. Сейчас хоть немножко еще пасмурно, не так ярко. Все, тучи ушли, стало ярко.
ведь в Апут едем, да? Я не перепутал. Нет, здесь тоже надо будет слева объезжать. В принципе, вот и все. Вот мы и приехали. Посмотрим на результаты. По времени у нас все прекрасно, повреждений нет, отлично, 501 очко мы честно заработали, отличный рейс. А нам осталось 2500 очков с вами заработать до получения следующего ранга, и это мы с вами будем делать уже в следующий раз. Это что такое? Петанк. А, это не танк, это имеется в виду контейнер, в смысле, не тот танк. Понятно, я уже думал танк перевозить какой-то. Что ж, на сегодня все. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в следующей серии. Пока-пока.